Хоп на меня. Смотри на меня, я покручу тебя плечами. Я помню, вешал как-то. Да, а теперь чуть прогни, как ты стоял до этого. Вот и вот чуть-чуть, все, вот он. Вот исходный. Для этого, я думаю, многие нужны, чтобы типа отходить, ну, то есть, чтобы поддерживать. Ты отойдешь один раз. На, отойди от меня вот в этом положении. Отойди. Раз, все идем. А два где? Ну, да. Вот это положение твое, вот такое вот с этим лордосом. И раз, и все, и больше не можешь. А так можешь. А так можешь, если вот, уходи. Вот, ты видишь, уходишь, и еще корпусом вот. Прикинь. Позволяет тебе быть внутри твоих ног. Вот это группировка, это есть группировка. Это работать, ты можешь работать корсом независимо от того, что делают ноги, куда они ходят. Плечам все равно, ногам, рукам. Да, ты внутри оказываешься, ты как шарик. Ты можешь ходить влево, вправо, наклоняться, отклоняться. Все, чуть-чуть ты вот такой, все, ты уже не можешь. Доходчиво? Ты не выходишь за границу своей опоры. Поэтому ногам все равно, что там наверху руки делают. А рукам все равно, знаешь как, тачанку, знаешь, так Первую мировую или гражданскую войну. Телега, на нее пулемет поставили. А, ну да. Вот. Вот пулемету пофиг, куда телега едет. А телеге все равно, куда пулемет сейчас. Пока пулемет на телеге. Как твой верх, твои руки — это пулемет. Вот он внутри тебя находится за счет того, что ты в группировке собран, ты не выходишь за границу своей опоры. Вот и все. Наклоняется сюда, сюда, вот тянется. Брена!